не бросают русские в беде. В горах прохладно, хоть кругом жара. В ущелье на дороге грянул бой. Ну что поделать, это же война. Попал в засаду снова царандой. Но не бросают русские в беде. И в рации, услышав голоса, сказали просто: «Продержитесь, мы идем. Вам помощь предоставят небеса». Вот в небе синим промелькнула тень. И знают все, вы справитесь с бедой. Как дети малые, обрадовался вам потрепанный афганский царандой. Ушли в зеленку духи, как всегда. А собирая раненых в крови, услышали простые вы слова: «Спасибо, что успели, шурави». В горах прохладно, хоть кругом жара. В ущелье на дороге тишина. Ведь не бросают русские в беде. Идет в горах афганская война.